15 мая 1591 года в Угличе, возле своего дворца, при загадочных обстоятельствах погиб младший сын Ивана Грозного, 8-летний царевич Дмитрий. По одной из версий он был зарезан специально подосланными убийцами, по другой – сам нанес себе смертельную рану ножом в припадке падучей. Родившийся в седьмом браке Ивана Грозного, царевич Дмитрий действительно страдал от приступов эпилепсии, но в глазах народа он был последним законным наследником династии Рюриковичей. Его гибель восприняли как зловещее предзнаменование. Это событие, конечно, имело какое-то глубокое и роковое значение. Был взведен курок. Ружье потом выстрелило. Оно могло выстрелить, могло не выстрелить, но курок был взведен. То есть создана была некая точка напряженности, которая впоследствии и разразилась всей огромной трагедией смуты. У правившего в то время царя Федора детей не было. Поэтому на Дмитрия смотрели как на единственного, кто мог сохранить сложившиеся веками порядок престола наследия. Смерть последних Рюриковичей создавала в стране опасный политический вакуум. За опустевший русский трон были готовы сражаться многие, в том числе жаждущие власти боярские кланы, иностранные соседи и безродные авантюристы, присвоившие себе имя погибшего царевича. Всего таких лже-Дмитриев будет 3. В 1606 году мощи царевича Дмитрия были торжественно перевезены из Углича в Москву и захоронены в Архангельском соборе Кремля. Сделано это было для того, чтобы навсегда развеять слухи о его чудесном спасении. Но все усилия властей оказались напрасны. Череда ужасных бедствий, потрясших Россию после пресечения династии Рюриковичей, поставит наш народ и государство на край гибели. В русской истории эти времена назовут смутой и лихолетием. Царь Федор умер через 7 лет после гибели Дмитрия, так и не оставив наследников. После него на русский престол взошел боярин Борис Годунов. Это был опытный и ловкий в придворных интригах царедворец, выдвинувшийся при Иване Грозном. Заняв трон в результате Земского собора, Годунов стал первым на Руси выбранным царем, но завоевать любовь и доверие подданных он так и не смог. Трехлетний голод, произошедший в его царствовании, привел к невиданному росту преступности, колоссальной смертности и всеобщему обнищанию. В народе с именем Годунова связывали окончательное закрепощение крестьян и убийство царевича Дмитрия. Борис Годунов не сумел убедить народ в том, что он абсолютно законный царь, потому что выборный царь для народа — это какой-то абсурд. Это все равно, что выборный отец. Ну, как может быть выборный отец, понимаете? Отец, он или отец, или не отец. Он привык во времена Ивана Грозного хитрить, прятаться, уходить от ответственности. То есть он был человеком свиты. И вот человек свиты оказался на первой роли, и эту роль он, что называется, не потянул. Именно в царствовании Годунова в соседней Польше объявится первый самозванец. Неизвестный молодой человек заявит, что он есть никто иной, как чудом избежавший гибели царевич Дмитрий. В Угличе якобы убили его двойника, поэтому законные права на русский трон принадлежат только ему, а не узурпатору Годунову. Первые слухи о самозванце достигли Москвы в 1603 году. По свидетельству летописца, эта новость привела Бориса Годунова в неописуемую ярость. Разгневанный царь приказал немедленно провести расследование и разоблачить вора. Следствие довольно быстро установило, что под именем воскресшего царевича Дмитрия скрывается беглый чернец чудового монастыря Григорий Отрепьев. В официальном жизнеописании, составленном по приказу Годунова, самозванец именовался злодеем, бражником, еретиком и чернокнижником. Совсем иначе отзывались о Лжедмитрии знавшие его иностранцы. По их описаниям, это был молодой человек среднего роста, смуглое лицом, с большим толстым носом, на котором красовалась синяя бородавка. Его красноречие и личная храбрость буквально гипнотизировали людей. Самозванец любил медвежью охоту и верховую езду. Став царем, не брезговал сам принимать челобитчиков 2 раза в неделю. В нем также блистала некоторая величественность, которой нельзя выразить словами, писал служивший у Лжедмитрия капитан Жак Маржерет. В польской историографии фигура Дмитрия Самозванца окружена симпатией. Его считают ловким политическим игроком, который умел выстраивать и разыгрывать разные политические комбинации. Он умел учиться и наблюдать, а потом воплощать в жизнь свои задумки. Благодаря своим незаурядным актерским способностям Григорий Отрепьев довольно быстро нашел себе покровителей в Речи Посполитой. С их помощью самозванец удостоился аудиенции у польского короля Сигизмунда III. Она состоялась 15 марта 1604 года в Вавельском замке. Король с сочувствием выслушал легенду Лжедмитрия, подарив на прощание золотую цепь со своим портретом и выделив несколько тысяч флоринов на борьбу с узурпатором Годуновым. В этой игре у польского короля, шведа по происхождению, были свои интересы. Сигизмунд III – это венчанный государь Швеции и Польши. Чего он хотел, когда вставал войной на Россию? Здесь его семейный, династический интерес. Для него Россия – это ключ к окончательной победе над Швецией и возвращение не Речи Посполитой, Ливонии, а лично самому себе шведского престола. К огорчению Сигизмунда III большинство польских магнатов выступило против вмешательства в русские дела. Канцлер Ян Замойский назвал Лжедмитрия персонажем античной комедии. После этого главной опорой самозванца стал сандомирский воевода Юрий Мнишек. Этот пронырливый и алчный вельможа надеялся неплохо заработать на воскресшем сыне Ивана Грозного, чтобы рассчитаться с долгами перед казной. Финансовый союз с будущим русским царем Мнишек решил подкрепить союзом семейным, женив самозванца на своей дочери Марине. 16 мая 1604 года Лжедмитрий заключил секретный договор с Юрием Мнишеком. По нему он обязан был выплатить своему тестю после вступления на русский престол 1 000 000 польских монет. Марии Мнишек также полагались всевозможные драгоценности – бархат и столовое серебро из московской казны. Города Великий Новгород и Псков со всеми людьми и уездами объявлялись ее наследственной вотчиной, где она могла беспрепятственно строить католические костелы, школы и монастыри. Кроме этого, Мнишек заставил будущего зятя подписать еще один договор. По нему самозванец обещал отдать польскому воеводе в вечное владение 14 русских городов Смоленской и Северской земли. 17 апреля 1604 года Лжедмитрий тайно перешел в католичество в одном из иезуитских костелов Кракова. После этого он написал письмо папе римскому Клименту VIII, в котором обещал в случае прихода к власти содействовать воссоединению московского государства с истинной римской церковью. У Дмитрия Самозванца не было малейшей шанса поддержаться на русском престоле и изменить ход событий. Он изначально был обречен, и, между нами говоря, я подозреваю, что большая часть польской элиты, которые обещали большие доходы, если они поддержат, и которые не против были бы заработать на этом. Именно по той причине я его не поддержал, поскольку прекрасно понимали все Львы Сапеги и Кшиштофы Радивилы, что дело безнадежное. Осенью 1604 года Лжедмитрий во главе 3000 воинов двинулся на Чернигов. Борис Годунов выслал навстречу ему войска, которые почти уничтожили армию самозванца. Но массовый переход городов и населения на сторону воскресшего царевича Дмитрия предрешил исход начавшейся борьбы. Народ и бояре отвернулись от царя Бориса, который скоропостижно скончался в апреле 1605 года. Народ ожидал законного царя. И, собственно говоря, он поверил, что Дмитрий законный царь, вот тот царь, который должен быть после Ивана Грозного, после Федора. Что касается элиты, то элита, конечно, смотрела на эти вещи гораздо более цинично. Она рассчитывала использовать самозванца как инструмент для свержения Годунова, как инструмент для того, чтобы свалить Годунова и впоследствии взойти на трон или Шуйским, или еще кому-то, то есть кому-то из представителей высшей московской знати. 20 июня 1605 года Лжедмитрий под колокольный звон триумфально вступил в Москву. Но царствовать ему пришлось недолго. Всего через 11 месяцев он будет свергнут в результате кровавого переворота. Произойдет это почти сразу после его шумной и помпезной свадьбы с Мариной Мнишек. Венчание Лжедмитрия и Марины Мнишек состоялось в Успенском соборе Московского Кремля 8 мая 1606 года. Здесь, в присутствии бояр и народа, патриарх Игнатий возложил на дочь польского воеводы царскую корону, крест и золотую мономахову цепь. В конце церемонии произошел инцидент, который вызвал ропот среди духовенства и собравшихся москвичей. Супруги отказались от второго миропомазания, что означало бы для Марины Мнишек переход в православие. Этот отказ стоил Лжедмитрию жизни, а его жене – русского трона. Явное нежелание Марины Мнишек принимать православие и соблюдать русские обычаи только подлило масло в тлеющий огонь всеобщего недовольства. Особенно раздражало народ поведение польских гостей, наводнивших столицу. Они заходили в православные храмы, не снимая шапок, гремя оружием и громко ругаясь над русской службой. По ночам ляхи шумно бражничали, после чего избивали прохожих и насильничали. Среди изнасилованных оказалась даже боярская дочь. Любивший роскоши перы самозванец высокомерно отмахивался от всех предупреждений. Во время застолья он сравнивал себя с Александром Македонским, тратил огромные деньги на содержание и наряды своих иноземных телохранителей и, в еще не оправившейся от голода стране, приказал построить для себя в Кремле новый дворец. На одном из перов он прилюдно обругал Сигизмунда III за отказ признать его императорский титул. В конце своей бурной жизни самозванец планировал военный поход против турок, который должен был принести ему мировую славу. Дмитрий допускал очень много ошибок. Как правитель он был дилетантом. Как любой человек, который рвется к власти, он обещал всем все. Он обещал и боярам, и дворянам, и крестьянам райскую жизнь. Дайте только мне власть, все будет. Когда он получил власть, он никому ничего не дал. Утром 17 мая 1606 года по всей Москве ударили в набат. Во главе заговора против самозванца стоял боярин Василий Шуйский. Вместе с ним 200 дворян проникли в Кремль и бросились к царскому дворцу. При появлении заговорщиков иностранная стража разбежалась. Единственным, кто пытался защитить Лжедмитрия, был боярин Петр Басманов. Его убили прямо на крыльце, вместе с немногими сохранившими верность царю людьми. После этого путь в покои дворца был открыт. Услышав шум толпы, самозванец бросился к мечу, но его на месте не оказалось. Хранитель царского оружия также состоял в заговоре. Выбежав из покоя в коридоры дворца, Лжедмитрий только успел прокричать жене: «Сердце мое, измена!», затем выпрыгнул из окна во двор, сильно ушибся и потерял сознание. Очнувшись, самозванец попытался найти защиту у окруживших его стрельцов, но был убит подоспевшими заговорщиками. Марине Мнишек удалось спастись, спрятавшись в широкой юбке одной из придворных дам. В тот же день в Москве убили около 500 поляков и литовцев. Спустя некоторое время тело Лжедмитрия сожгли, зарядили его прахом пушку и выстрелили в сторону Польши. Бояре видели в самозванце свою ряженую куклу, которую, подержав до времени на престоле, потом выбросили на задворки. Он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Василий Ключевский. Русская смута, она тотальна. В общем, все дело. Рушится все. Мгновенно и бесповоротно, казалось бы. Ну, кстати, и восстанавливается тоже все сразу. По частям Россия не гибнет и не восстанавливается. Она не гибнет, или вся сразу гибнет, или вся сразу восстанавливается. После убийства Лжедмитрия новым русским царем был провозглашен глава заговорщиков, боярин Василий Шуйский. Человек, по словам Ключевского, да нельзя изолгавшийся и заинтриговавшийся. При вступлении на престол он обещал судить всех по правде, но народ, видя лицемерие бояр, уже не верил никаким обещаниям. Страна разделилась на враждующие лагеря, которые, вставая под знамена то одного, то другого законного царя, начали беспощадную гражданскую войну. Механизм вхождения России в смуту всегда примерно один и тот же. Первое и основное – это всеобщее недовольство, народное недовольство своим положением, когда это положение действительно резко ухудшается. Второе – это недоверие к власти. Третье условие смуты – это борьба боярских кланов. Борьба между вот этими мощными аристократическими группировками, которые буквально пол-России готовы отдать иностранцам, лишь бы только захватить трон. Лишь бы только получить верховную власть, насладиться ей и воспользоваться теми благами, которые она дает. Ну и, наконец, интервенция, вмешательство извне. Это очевидно, когда страна ослабевает, то внешние силы тут же пытаются усилить эту разруху, прихватить какие-то области, поставить под свой контроль эту страну. Это обычное явление, когда страна входит в смуту. Весной 1607 года в Речи Посполитой объявился новый самозванец. В историю он войдет под именем Лжедмитрия II. Ему удалось дойти до Москвы и стать лагерем в Тушино. После этого в стране почти на 2 года установилось двоевластие. Одно правительство заседало в Кремле, другое – в лагере Тушинского вора. Некоторые дворяне умудрялись по нескольку раз перебегать то на одну, то на другую сторону, пытаясь получить выгоды от обоих правительств. В народе их прозвали «перелетами». Все это время многочисленные вооруженные шайки Лжедмитрия II, состоявшие из иностранных наемников, казаков и беглых холопов, грабили и жгли русские города. 23 сентября 1608 года они осадили Троице-Сергиеву лавру. Враги рассчитывали на легкую победу. 30-тысячной армии Лисовского и Сапеги противостояли всего около 3000 русских воинов. На ультиматум врага защитники лавры ответили: «Упование наше есть Святая Троица, стена и щит Богоматерь, святые Сергий и Никон, сподвижники, не страшимся». С этого момента началась беспримерная 16-месячная оборона обители, которая была ознаменована многими подвигами и чудесами. Согласно преданию, 23 октября 1608 года преподобный Сергий явился во сне Пономарю Иринарху и предупредил его, что враги предпримут ночной штурм со стороны пивного двора. Воеводы немедленно направили туда дополнительные силы. Через 2 дня ночью поляки действительно пошли на штурм именно в этом месте и были отбиты с огромным для них уроном. В Троицком соборе все защитники лавры принесли присягу перед мощами преподобного Сергия Радонежского и целовали крест, чтобы сидеть в осаде без измены. Те, кто уходил на стены, исповедовались и причащались. Многие воины постриглись, желая умереть в монашеском чине. В течение 6 недель враги непрерывно обстреливали лавру из 63 пушек, пытаясь разрушить стены и поджечь монастырь. Но сделать им этого не удалось. Лавры – это олицетворение Святой Руси, как таковой. Поэтому оборона лавры имела значение, прежде всего, духовное. Потому что, собственно говоря, этот сброд интернациональный, который пришел под стены лавры, это был сброд именно. Как в любой смуте, в любой революции собирается сброд всегда. Они хотели именно, прежде всего, Святую Русь опрокинуть, растоптать. И вот если бы им это удалось сделать, представьте на секунду такую невозможную вещь, какое бы уныние поселилось в сердцах наших соотечественников. Несмотря на свою малочисленность, защитники лавры не только успешно отбивали все штурмы, но и сами не раз совершали дерзкие вылазки. Во время одной из них им удалось обнаружить и взорвать подкоп, который враги вели под стены монастыря. Тогда польские военачальники решили взять лавру измором. Монастырь был переполнен беженцами из окрестных сел, помещений для всех не хватало. Многие жили на улице, питаясь одними сухарями. В ноябре 1608 года из-за большой скученности людей и отсутствия проточной воды в монастыре началась эпидемия цинги. За полгода она унесла жизни более 2000 воинов и 8 сотен иноков. На 13-й месяц осады в лавре осталось только 200 человек, способных держать оружие. Но ворваться в обитель враг так и не смог. Через 16 месяцев враги отступили от монастыря, признав свое поражение. В те же времена архимандрит Лавры Дионисий и келарь Авраамий Палицын писали грамоты, призывавшие народ опомниться и спасти Отечество. Между тем, на охваченную гражданской войной Россию обрушивались все новые и новые бедствия. С юга в нее вторглись орды крымского хана, а в сентябре 1609 года польский король Сигизмунд III осадил Смоленск. Папа Римский прислал Сигизмунду освященный в Ватикане меч, благословляя крестовый поход против схизматиков. Так в Речи Посполитой называли православных верующих, считая их еретиками. В своем универсале польский король заявил, что пришел дать русским людям спокойствие и потребовал, чтобы население Смоленска встречало его хлебом с солью. В ответ жители города взялись за оружие и объявили, что лучше умрут, чем покорятся иноземным захватчикам. Сигизмунд был фанатично предан католицизму и образцом считал средневековую Испанию с ее инквизициями, со всеми безобразиями. Он не предусматривал для России никакой иной роли, кроме как вот подобие островов Вест-Индии, захваченных испанцами. Никаких уний, никаких вхождений в состав, ничего. Порабощение только. 13 октября 1609 года королевская армия пошла на штурм крепости. Смоленские укрепления состояли из 38 башен и стены протяженностью 6,5 километров. Врагам удалось разрушить Авраамиевские ворота, но ворваться в город они так и не смогли. Защитники Смоленска стояли насмерть. Смоленск – это особый город в русской истории. Это город-ключ. И, собственно говоря, жители Смоленска чувствовали это, привыкли воспринимать себя как защитников всей России, за спиной России. И вот когда появляются польские войска, когда появляются вот эти вот чужие солдаты, чужие воины, они автоматически запираются в своем городе и говорят: нет, мы не уступим, мы не отдадим свой город никаким чужеземцам. 17 июля 1610 года в результате очередного боярского заговора царь Василий Шуйский был свергнут с престола. Власть в стране взяла в свои руки Боярская дума, в которую вошли 7 самых родовитых московских вельмож. В народе это временное правительство прозвали «семибоярщиной». Почти сразу между ее членами началась борьба за то, кто же станет новым русским царем. Кандидатуры Голицыных и Романовых были отвергнуты. Не сумев договориться между собой, члены семибоярщины решили призвать на русский трон польского королевича Владислава. С помощью этой интриги они рассчитывали сохранить свою власть, получить новые привилегии и навести порядок в стране с помощью иноземных войск. 16 августа 1610 года текст договора был доставлен гетману Жалкевскому, а на следующий день бояре во главе с Федором Мстиславским принесли присягу новому царю Владиславу. После этого польские войска заняли московский Кремль, а Мстиславский был удостоен польским королем чина слуги и конюшева. Однако вскоре выяснилось, что Сигизмунд III сам не прочь стать русским царем. Он не отпустил своего сына в Россию и потребовал от московских послов немедленной сдачи Смоленска. Бояре послушно изготовили грамоту к осажденному гарнизону с требованием сложить оружие. Только патриарх Гермоген категорически отказался ее подписывать, несмотря на то, что боярин Салтыков угрожал ему ножом. Русская правящая элита, прежде всего боярская аристократия, к началу XVII века переживала страшное разложение. Причиной, основной причиной историки считают полное моральное разложение в период правления Ивана Грозного. Превращение знатных аристократических родов в быдло. Страх за свою шкуру, готовность присмыкаться перед не только тираном-царем, но и перед его временщиками, непонятно откуда появившимися. И вот в этой ситуации желание быстрее нахватать как можно больше всего и обезопасить себя, оно сработало, когда на русский престол номинально был наречен польский королевич. В 1611 году с севера в Россию вторглись шведские войска и захватили Великий Новгород. В то же лето после 20-месячной героической обороны пал Смоленск. 3 июня 1611 года поляки атаковали Смоленск одновременно с 4 сторон. В районе Кралашевской башни им удалось взорвать часть крепостной стены. К этому моменту в городе осталось не более 400 здоровых людей, способных сражаться. Воевода Шейн с 15 воинами оборонялся до последнего в Коломенской башне, где был ранен и взят в плен. Последние защитники Смоленска взорвали себя вместе с пороховыми складами, находившимися в цитадели. В том же году попытка рязанского воеводы Прокофия Липунова освободить столицу закончилась неудачей. Собранное им первое ополчение не смогло взять укрепление Китай-города. Сам Липунов был убит в результате заговора. Москва, подожженная поляками во время стихийного восстания жителей города, сгорела дотла. Тем временем на севере страны объявился уже третий самозванец. Современникам смуты казалось, что они присутствуют при конце света. Библиотечество и церковь. Скот и псы жили в алтарях. На иконах играли в кости. Грудных младенцев, вырывая из рук матерей, разбивали о камни. Казалось, что россияне уже не имели ни души, ни веры, что государство, зараженное нравственную язвою, в страшных судорогах кончалось. Николай Карамзин. Спасение России пришло из Нижнего Новгорода. Именно здесь появился человек, который стал душою и сердцем освободительного движения. Звали его Кузьма Минин. Одна из причин, почему Нижний стал центром сопротивления, это богатый торгово-купеческий город. Посад, понимавший свои интересы. Посад, который был многочисленен, достаточно состоятельным и очень не хотел лечь под интервентов. Люди сознательные и понимавшие, чем им это грозит. Ворвутся в город отряды, неважно чьи, польские, литовские, господи, свои казачьи, мразь, полевые командиры, которые город возьмут на 3 дня, тебе самому башку проломят, жену пустят по кругу, а детей выгонят вон на мороз, в чем стояли, чтобы предотвратить такое, уже все отдашь. Согласно преданию, в сентябре 1611 года Кузьма Минин обратился к нижегородцам со знаменитой речью. «Если мы хотим помочь московскому государству, то не будем жалеть своего имущества. Не то что животы, но дворы свои продадим, жен и детей заложим». Историки до сих пор спорят о том, где, когда и как произносил Минин свои исторические слова. Было ли это в земской избе или на площади, которую художник Маковский изобразил на своей знаменитой картине. Сегодня это уже не имеет большого значения. Главное, что призыв Минина был услышан. На жалование ратным людям нижегородцы жертвовали не только личные вещи, но и добровольно платили 5-ю деньгу со всех доходов и имуществ. Что касается пресловутой фразы «жен наших детей заложим», речь шла, конечно, немножко о другом. Речь шла о закладе имущества и о том, что ручаются семейным достоянием за то, что деньги будут выплачены. Но я обращаю внимание на очень важный момент. Это был займ. Это был займ. Нижегородцам были выплачены позднее эти деньги, а правительству Михаила Романова вплоть до, наверное, до начала 630-х годов рассчитывалось по этому займу с богатейшими купцами, в том числе со Строгановыми. Им выплатили все до копейки. К сожалению, о самом Минине нам почти ничего не известно. На его могиле, которую сегодня показывают туристам и паломникам в Архангельском соборе Нижегородского Кремля, стоит только год смерти. Известно лишь, что он был земским старостой и пользовался огромным авторитетом у земляков. Современники уважали Кузьму Минина не только за исключительную честность, но и за редкое великодушие. После освобождения Москвы от поляков именно ему было поручено наблюдать за конфискованным имуществом тех, кто служил иноземным оккупантам. Дети и жены изменников, оказавшиеся на улице в прямом смысле без еды и одежды, получат от Минина помощь, которая позволит им выжить. Где и когда родился Минин, нам точно неизвестно. Никаких достоверных документов на этот счет не сохранилось. Что же касается торговли мясом, которой он занимался, то в 17 веке эта профессия была очень трудной и иногда даже рискованной. Минин пригонял скот из ногайских степей. Делать это мог только очень храбрый человек. Нападения на торговые караваны в тех местах были обычным делом. Как и многие нижегородские купцы, Минин, скорее всего, свободно владел разными видами оружия и умел за себя постоять. Я думаю, что появление Минина как раз свидетельствует о том, что наш народ способен к самоуправлению, что он может создавать собственные структуры власти, что он не является каким-то народом рабов, которые только ждут, пока им сверху будет дана команда «делай так» или «делай иначе». Действительно, много веков самодержавия отучали русский народ от самостоятельности, от инициативы, но тем не менее все это оставалось. Все это оставалось, и вот в критические минуты русской истории как бы приоткрывается вот эта вот созидательная работа русского народа. До революции склеп с останками Козьмы Минина находился в Спасо-Преображенском соборе, главном кафедральном храме Нижнего Новгорода. К сожалению, до наших дней ни историческая гробница, ни сам склеп не сохранились. Осенью 1929 года стоявший на этом месте Спасо-Преображенский храм был уничтожен. Его разрушили, чтобы освободить площадку для строительства Дома Советов, серого типового здания в духе конструктивизма. Вместе с храмом была разрушена и гробница Козьмы Минина. Сохранился акт о вскрытии Мининского склепа, составленный комиссией во главе с историком-архивистом Иваном Вишневским. Этот акт – единственный официальный документ о судьбе останков Минина, которым мы сегодня располагаем. В нем утверждается, что в склепе были найдены лишь несколько костей взрослого человека вперемешку с костями неизвестного ребенка. Это дало повод Ивану Вишневскому заявить, что подлинные останки Минина были обнаружены им в снесенной Скорбящинской церкви. Но эту версию архивиста никто не поддержал. Интересно, что судьба останков другого руководителя нижегородского ополчения, князя Дмитрия Михайловича Пожарского, оказалась столь же запутанной и трагичной. Его родовая усыпальница находилась в Суздале, на территории Спаса Ефимьевского монастыря. Часовню-усыпальницу князя Пожарского в Спасо-Ефимьевском монастыре разрушили в 1933 году. Карарский мрамор, из которого она была сделана, отправили в Москву. Там его предполагалось использовать для отделки Дома Советов. Место самой могилы Пожарского было утрачено. Восстановили часовню в 2009 году. Первый раз могила Пожарского едва не исчезла еще в XVIII веке. Тогда монахи разобрали древнюю усыпальницу за ветхостью. Новая гробница Пожарского была возведена по личному распоряжению императора Николая I на народные пожертвования. Как известно, князь Пожарский был приглашен возглавить второе ополчение по инициативе Кузьмы Минина. Происходил Дмитрий Михайлович из древнего рода стародубских князей. Он был удачливым и опытным военачальником, но главное, пользовался огромным уважением в народе за свою порядочность. Пожарский не был замечен в воровстве, в средневековом понимании этого слова. То есть ни разу не участвовал ни в каких интригах в пользу интервентов, не служил чужеземцам. Это момент, на самом деле, очень важный в тех условиях. Запятнаны были практически все, почти все. Пожарский – редкое исключение. Перед походом на Москву Дмитрий Михайлович Пожарский специально заехал в Спасо-Ефимьевский монастырь, чтобы поклониться родительским гробам. Сам князь и его семья постоянно жертвовали монастырю богатые дары. Многие из них до 1917 года хранились в его надгробной часовне. После революции на территории Спасо-Ефимьевского монастыря располагались воинские части и концлагерь. Во время Великой Отечественной войны здесь содержали немецких военнопленных, в том числе захваченного в Сталинграде фельдмаршала Паулюса. От прежней усыпальницы князя Пожарского до нас дошли только несколько мраморных обломков. И это мозаичная икона Спасителя. Вторая мозаика с образом Богородицы пропала бесследно. Духовным вдохновителем нижегородского ополчения стал патриарх Гермоген. Согласно преданию, когда поляки и русские изменники потребовали от него написать нижегородцам, чтобы те не ходили на Москву, патриарх ответил: «Да будут благословенны, которые идут на очищение московского государства». После этого он был уморен голодом и умер в заточении зимой 1612 года. Главные силы нижегородского ополчения выступили в поход 23 февраля 1612 года. По разным данным, первоначальная численность освободительной армии была небольшой – от 3 до 5000 человек. Пройдя эту площадь, ополченцы спустились к Волге и направились не в Москву, а на Ярославль. Такой маршрут Минин и Пожарский выбрали не случайно. На севере, который меньше пострадал от смуты, лидеры освободительного движения рассчитывали получить дополнительные подкрепления, оружие и хлебные припасы. В ополчение принимали всех, кто хотел помочь гибнущему Отечеству. К добровольцам из русских городов присоединились отряды мордвы, башкир и касимовских татар. В Ярославле, где ополчение простояло 4 месяца, властные функции взял на себя уникальный орган – Совет всея земли. По сути, это было полноценное народное правительство, которое состояло из людей самого разного достатка и происхождения. Объединяло их стремление дать измученной стране закон, безопасность и порядок. Где нет защиты от правительства, там нету к нему и повиновения. Николай Карамзин. В июле 1612 года Минин и Пожарский выступили к Москве. Здесь они встретились с остатками первого ополчения под командованием князя Трубецкого. 21 августа с запада на выручку польско-литовскому гарнизону подошла армия гетмана Хаткевича. Она состояла из профессиональных наемников и знаменитых польских гусар. Сражение за Москву началось 22 августа 1612 года. Пытаясь прорваться к Кремлю, гетман Хаткевич бросил против русских отборные части венгерской пехоты и польскую конницу. Жестокий бой, переросший к вечеру в кровавую рукопашную схватку, продолжался 13 часов. В разгар сражения польский гарнизон совершил вылазку из Кремля, ударив в тыл русскому ополчению. Но эту атаку удалось отбить. Окончательный перелом в битву внесли 5 отборных дворянских конных сотен, которые накануне Пожарский выделил Трубецкому. Видя начавшуюся резню, они, не дожидаясь приказа, бросились на помощь своим и опрокинули вражескую пехоту. Во время битвы за Москву Хаткевич явно недооценил противника. Его армия была отлично подготовлена к сражениям в открытом поле, а здесь пришлось столкнуться с соперником, который использовал тактику уличного боя. Сражаться приходилось в тесных улицах возле Кремля, поэтому так все и закончилось. Вторую попытку прорваться в Кремль Хаткевич предпринял через 2 дня. Его войскам удалось захватить часть Замоскворечья и потеснить русских. В этом сражении обе стороны проявили невиданное упорство. Некоторые позиции по несколько раз переходили из рук в руки. Во время одной из схваток Пожарский был ранен. К исходу дня Хаткевичу удалось приблизиться к Кремлю, но его войска, понеся огромные потери, буквально валились с ног от усталости. 24 августа Козьма Минин пришел в шатер князя Пожарского и предложил ему нанести удар по обессилевшему противнику. «Бери кого хочешь», – ответил раненый Пожарский. Взяв 3 лучшие дворянские сотни и отряд ротмистра Хмелевского, Минин сам повел воинов в атаку. Этот внезапный удар решил исход битвы за Москву. Мининская атака оказалась настолько мощной и неожиданной, что враги ударились в паническое бегство. Я не знаю, как это произошло, но какие-то слова... Замечательный переговорщик и знаток человеческих душ Кузьма Минин все-таки нашел. А может быть, просто личным примером. Он просто первый поднялся. В этот момент психология служивого человека. Мужик торговый идет в атаку, а мы сидим. Они поднялись следом за ним в последний решительный бой. Они легли там почти все. Эта конная атака переломила исход сражений хаткевичевцев. Однако до полного преодоления смуты было еще далеко. Отряды Трубецкого снабжались значительно хуже, чем войска Минина и Пожарского. Поэтому казаки начали нападать на обозы 2-го ополчения и требовать немедленной уплаты жалования. Бывшие тушинцы даже предлагали убить князя Пожарского. Единство земской рати оказалось под угрозой. Чтобы предотвратить распад Освободительной армии, монахи Троицы Сергиевой Лавры предложили казакам Трубецкого в качестве заклада священные облачения и утварь из монастырской ризницы. Потрясенные казаки не посмели принять такой дар. Они отправили в Троицу 2 атаманов с покаянным письмом, в котором заявили, что никакие скорби не заставят их отступить от столицы. Вражеский гарнизон, засевший в Кремле, насчитывал около 3000 человек. Поляки до последнего надеялись на помощь короля Сигизмунда и всячески затягивали переговоры. Оккупанты полностью разграбили сокровищницу русских царей и едва не убили обломком кирпича главу Семибоярщины Федора Мстиславского. 10 сентября 1612 года князь Пожарский предложил осажденному польско-литовскому гарнизону сдаться. В ответ он получил надменное письмо, в котором русские ополченцы были названы шпынями и блинниками. Досталось от шляхтичей и соратнику Пожарского Козьме Минину. В письме было написано буквально следующее. «Лучше ты, Пожарский, отпусти к сохам своих людей. Пусть холоп по-прежнему возделывает землю, поп пусть знает церковь, а Кузьмы пусть занимаются своей торговлей. Царству тогда лучше будет». Стараясь всячески подчеркнуть в письме свое презрение к ополченцам, гордые шляхтичи в это же время в прямом смысле ели друг друга. Сначала наемники убили и съели всех пленных, а потом стали есть своих однополчан. Половина человеческой ноги стоила в Кремле 2 злотых. Имеются красочные описания того, как, например, польский судья в Кремле решал спор между солдатами, кому должно принадлежать тело умершего пехотинца, его родственникам или однополчанам. Дошло до того, что судья сам, боясь быть съеденным, просто сбежал из трибунала. 26 октября 1612 года остатки вражеского гарнизона объявили о сдаче. На следующий день Московский Кремль был полностью очищен от оккупантов. Это событие стало первым шагом к полному исцелению страны от ужасов смутного времени. За свой подвиг Минин и Пожарский удостоились в нашей истории самого высокого звания – спасители Отечества.